А я пока что не начала пользоваться Марикей. Вот, как бы, но я хочу попробовать, просто начала учиться для себя, так как я заканчиваю сейчас вот обучение, буду косметологом, и я вообще считаю, что как бы выглядеть перед клиентами хорошо, это вообще прям классно. Каждая девушка должна хорошо выглядеть. Вот, так что хочу еще попробовать все-таки перейти на Марикей. Я думаю, что очень классная косметика. Я раньше вообще думала, что если наносить много косметики, так, то это очень некомфортно, потому что я поэтому стараюсь как бы не краситься, а сейчас я понимаю, как я очень сильно ошибалась. Просто, блин, на самом деле это очень комфортно, и я реально об этом вообще никогда не думала. Научилась наносить правильно косметику, как ее растушевывать, как что наносится. Научилась правильно, наконец-то, делать тон лица. У меня всегда не получалось. А сейчас прям, я думаю, что это просто великолепные были курсы, все очень подробно. Мне очень понравилось.